В момент задержания в казино находилось 30 игроков и охрана заведения. Оперативники обнаружили в помещении 5 игровых аппаратов, 2 стола для игры в покер, более 2500 фишек, десятки колод и карт. Также изъята черновая бухгалтерия, свидетельствующая о выручке. Установленный организатор незаконной деятельности, 27-летний житель города Волгограда. Он привлечен к ответственности, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Продается.